Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Зиновий, наш гость на наших торжествах, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с праздником Блаженной Ксении Петербургской. В этот день всегда традиционно собираются много людей, чтобы почтить эту великую угодницу Божию. Все подвиги совершаются благодатью Святаго Духа, и тот подвиг, который совершила Блаженная Ксения, конечно, он был внушен ей благодатью Божией, потому что на такие подвиги редко в истории Церкви кто мог сам претендовать, потому что этот подвиг только для редких исключительных людей. Мы сами знаем, что подвигло Блаженную Ксению на этот подвиг. Когда скончался муж, она не стала больше пытаться искать счастья на этой земле. Можно было, конечно, может, в тот раз выйти замуж, еще попытаться испытать семейное счастье. Но она, движимая Духом Святым, решила поступить по-другому. Мы сегодня слышали Евангелие о небесном счастье, блажении нищие духом. И она, поняв эту заповедь счастья, стала стяжать себе настоящее смирение, настоящую нищету. Раздав все имение своей семьи, она стала здесь ходить по улицам Петербурга, стяжать вот это смирение, которое дается исключительно, конечно, за великий труд. А труд ее был необыкновенный – ходить и собирать поношения от всех людей. Те, кто разумные, конечно, может, не обращали внимания или сожалели, думали, что она, может быть, немножко головой пошла. А кто неразумный, конечно, старались оскорблять. И вот в совокупности сколько она оскорблений приняла, сколько поношений. И не только не отвечал на зло, которое творили люди, наоборот, исполнял дальше заповедь. «Любите врагов ваших, благословляйте». И она стала молиться за всех жителей Петербурга, которые так были увлечены земными заботами, что мало посещали храма, редко причащались. И она стала своим подвигом, как бы обличая их жизнь, показывая, что земная жизнь короткая. И нужно счастье искать не здесь, на земле, а счастье искать в обителях Отца нашего Небесного. И своим подвигом, своими трудами она, конечно, стяжала благодать и прозорливости, и самое главное – предстательствовать перед Богом за нас с вами. И вот не случайно сегодня многие приходят к ее могилке попросить о своем семейном счастье. Вот сама, по сути дела, она это семейное счастье не испытала, но получила дар как раз помогать семьям несчастным, которые просят, чтобы укрепить семьи, чтобы там меньше было нестроений, а больше какое было благополучие. И мы знаем, что никто точно не уходит, потому что многие получают просимое, и Блаженная Ксения становится их самым родным и близким святым, и близким человеком. Вот так вот, не зная человека, но обращаясь к нему с молитвой, можно вступить с ним в духовное родство. И так многие сегодня пришли, вот вы, как самый близкий, родному вам человеку, мать Ксении, прося ее помощи для своего спасения. Поэтому будем подражать ей вере пламенной, которую она имела перед Христом, ее молитвам, которые она возносила не только за себя, за своего мужа, но и за весь род христианства. Она всех любила во Христе. Будем подражать ее смирению, ее терпению. Эти добродетели надо нам также с вами стяжать, потому что эти добродетели делают нас с вами счастливыми людьми. Поэтому сегодня, когда мы молитву читали перед иконой Блаженной, мы как раз и просили, чтобы Блаженная Ксения помогла нам воспитать детей в страхе Божьем, и чтобы мы сами все вместе наследовали Царство Небесное. Аминь. Отец Виктор, благодарю вас за ваши труды, которые вы несете здесь, в этом храме, принимая паломников, которые тысячами приходят сюда, оказываем внимание. Я думаю, что ваши труды тоже благословляют Ксения и помогают вам, видя, что вы заботитесь о ее тоже здесь прославлении
И прославляя ее, она и вас прославит. Спасибо вас, Господи. Всех приветствую, кто сегодня собрался на эту соборную молитву. И желаю вам я помощи блаженной Ксении во всех ваших трудах и заботах о вечном спасении. Аминь.